Поприветствовать и пожелать успехов юным спортсменам пришел основатель Анапской школы дзюдо и самбо Кирилл Асланиди. В нашем городе этими видами борьбы начали активно заниматься с 1968 года. За это время выросло целое поколение чемпионов. Изменилось много, появились спортивные залы. Ну, Ивана Голубца сейчас на ремонте, но достойно то, что имеется такой спортивный зал. Зал, где 4-я школа, там 5-я школа, там спортивный зал. В районах появились спортивные залы, тренера, филиалы. Конечно, очень много изменилось. И сегодня одно удовольствие работать тренером. При том, что имеется, пожалуйста, лежат у нас татами. О таком в свое время я бы мечтал. 200 юных спортсменов из разных городов края вышли сегодня на ковер, чтобы определить победителей в 10 весовых категориях. Настя Степанюк свои 10 лет уже стала в прошлом году чемпионкой краевых соревнований. На этом останавливаться не собирается. Я бы хотела попасть в дальнейшем на Олимпийские. Нашей команде досталось сразу 4 первых места. Обладатели золотых медалей теперь будут участвовать в следующем этапе, который пройдет в Краснодаре. Там определят тех, кто будет представлять наш край уже на всероссийских соревнованиях.